Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если тебе нравится необычное видео. Привет всем, господа хорошие, с вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас арена смерти вот с таким вот троллем. Да, ребята, всем привет, что-то новенькое, небольшая арена, из которой абсолютно никак нельзя выбраться, если только на тот свет. Да, поэтому сегодня тролль, лего-тролль будет, в общем-то, охотиться за нашими машинами, ну а машина, у машин задача, в общем-то, выжить. Чё ты сел в мою тачку? Братан, смотри, у него челюсть вперед выходит и ещё кусается. Ой, какой злой, какой злой ути-пути. Так. А что у меня все открыто, и капот, и багажник? Ну, я постарался. Так, а как он этот шурудит-то? Unbound, я не знаю, что это за кнопка такая. Короче, очень опасный тролль, который может сажать машину. Но, правда, он немножко неуклюжий. Но хотя тролли, они должны быть неуклюжи, да? Он похож на Годзиллу какую-то, а не на тролля. Он сейчас все укрытия твои сломает. А хотя не сломает, они нет, не ломаются. Так, ладно, надо вообще спасаться, надо прятаться, потому что этот тролль может нас легко найти. Господи, боже мой. Оп! Он больше на Халка похож, надеюсь. Ни хера себе, ты мне сразу крышу сломал. Да сюда, бля. Так, спасаемся, друзья. Блин, сложно, но интересненько. Оба! А я туда не залезу, слышь. Я слышу. Надо валить. Тихо, ты что такой злой-то сегодня, а? Блин, еще коготочки не вытащил. Так, окей. Господи. Блин, арена очень маленькая, я не знаю, куда мне сваливать вообще. На тот свет, братан. Одна дорога на тот свет, только отсюда. Я же тебе уже сказал в самом начале. Ух ты, нифига он резкий на поворотах. Ой, большой тролль, ты нас не поймаешь ни за что. Видишь, тролль этот бесится. Я вижу. Нихера он бесится, точно. Ой. Ух ты, нихера он залез. Ой, я потом проехал. Ты видел, как он залез прям? Да. Так, окей. Давай. Он еще как Годзилла лазит, да. Блин. Но просто пол самолета съел. Господи, пол самолета теперь в нем. Так, окей. Ты, по-моему, не ту задачу выполняешь. Ты, по-моему, все, что здесь ружишь, а меня нет. Ну это же тролль. Он должен ломать все. Тупой тролль, да? Ну, я не говорю, что он умный. Опачки. Блин, что-то ты быстро восстановился. На тебе, просто сожрать. Сожрать, да я вообще низкий стал, смотри какой. Да, я тебя не задеваю. Блин, нифига, у меня что-то крыша быстро ушла, короче. Блин, да ладно тебе. Наша тачка просто ездит конкретно. Она слишком низкая стала, реально. Господи. Подножка троллю. Троллю, подножка. Сейчас эти. Ой, вот оно. Тут, короче, на шару, блин, тролль достает. Ну да. Главное, что он достает. Так, давай, иди сюда. Оп. Валим. Вот, блин. Нормально. Кстати, тролль довольно-таки быстрый. Он с места прям может ускоряться быстро. Ну да, но чуть-чуть он неуправляемый. Да. Ему коготочки бы подлинней. Вот это было бы норм. Ой-ой-ой, почему... А, вот так, понял. Блин! Ты как на коньках как будто. Как будто тролль на коньках, да? На тебе по колесам. Ну троллю-то пофиг, у него колес нет. Да, это точно. Во! Ой! Соели! А что за херня? Вот так затоптал просто. Обалдеть. Это просто у меня пуканчик взорвался, и, в общем-то, тролль меня сожрал. Просто раздавил. Аж морду открыл довольный, смотри. Ну-ка, как радуется тролль. Нормально. Ой, вот так радуется троллечка. Он все ломать может. Нихера он. Да я вижу, что он дикий зеленый тролль. Господи, вот это нормально. Вот это раскидал все просто. Да. Что ж, первая жертва была повержена. Ну, на самом деле, довольно-таки долго ты жил. Я думал, что быстрее получится. Ну да, я старался. Да, короче, сейчас попробует Юрка выжить против тролля. Посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, ребята, на арене русский паря на русском тазе. Ван Цан, мать его, встречайте. На тазе? О, это я люблю, говорит тролль. Ай-яй-яй-яй. Тролль любит тазы? Посмотри, у него кулачища у этого тролля, господи. Кстати, наш Ван Цан что-то прям
Вообще не пацан. Что-то он медленный. Пацан сейчас будет наказан как пацан, господи. Ой-ой-ой, ой-ой, а что он такой медленный, алло, это подстава. Иди сюда, я тебе сказал. Ёпа мать! Ай-яй-яй-яй. Слушай, у тролля намного больше шансов выиграть, я понял. Ну, естественно, у тролля вообще всегда шансов больше. Господи, господи! Это страшно, на самом деле. Злой тролль. О, сел. Нормально. Че, яйца почесать? На жердочку. Я понял. Нихера ты. Снесем нахер отсюда. Хочешь пузика почешу? А ты мне есть не будешь. Как это? Я ж хочу кушать, я ж голодный тролль. Ты только что поел, алло. Ох ты, нихера себе. Он то не едет, то короче прям... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, шайтан убивает. Че это? А? О, братан, ты мне тюнинг сделал, хороший тролль. Блин, а я долблю по тебе, ты, видимо, это, телепортился. Ты там долбишь самолеты, не меня. Да и слово долбишь, что-то мне вообще не нравится. Почему? Очень даже неплохое. Так, ну-ка иди сюда, ватсан. Вот, о, все. Подолбимся еще. Не-не-не, ты давай. Вон у тебя самолет есть, дырка большая, все хорошо. Да-да. Что ты делаешь? Ай-яй-яй-яй. Эй, ты меня с самолетом раздавишь, алло. Господи. Да нахрен самолета, ты что гонишь, что ли? У тебя впереди тебя самолет был, ты прям в самолет меня тащил только что. Да ладно. Это, конечно, рассинхрончики, но они дикие. Кстати, спасибо за тюнинг, реально, братан. Да не за что. Обращайтесь к троллю, в мастерскую тролля. Тролль Валера. Работа любой сложности. Да-да-да. Выполняем сроки и под заказ. Пора, короче, тебя это... Ну, ты понял. А, чего? Че тебе надо? О, вот так вот делать. Подножка. Нормально получилось. Нормально. Блин, ну он хоть и быстрее стал, но не быстрее тролля. Тролль, короче, ну, ускоряется очень быстро. Не-не-не, тролль... Ты что, в самолет поехал затем? Не, у меня тут самолета нет. А, да? Зашибись. Вот тут самолет есть. Зашибись. Сейчас я тебе кукейку ударю твой. А, я даже бессмертная, я забыл. Блин, что ты такой низкий, капец. Ой, ты что делаешь? Да пытаюсь тебя как-то попасть, но это очень тяжело. Просто кабриолет у меня теперь... Ой-ой-ой, я не туда заехал, не в тот район. У тебя еще и двигатели нереактивные, вот это херовая тема. А зачем он нужен? Эй, ты что прыгаешь, алло, это запрещено. Ты как подпрыгнул? Он тебя подпрыгнул прям, алло. Алло, а сейчас мы тебя будем долбить, ёпси. А, нет, не будешь. Оп! Блин, ну реально она очень низкая стала. Ну это я понимаю. Господи. На тебе. О, колеса, это уже хорошо. Вот это уже наша цель, так сказать. Так. Это был красивый разворот. Так. Нихера ты там скачешь. Блин, смотри, как хочет пацан жить. На трех колесах, на разбитом. Пацан живет. Кабриолете. Ох ты, ёб твою мать! На тебе. Вот так вот. Господи, у нас два колеса осталось только. Ты уже испугался тролля, а? Да, тебя не смущает то, что я тебе подмышку сую? Да мне пофигу, сейчас я тебе покажу. Во, как раз встал, как ровненько. Ты смотри, какой это фарт был. Твою мать, от первого лица вообще страшно. Просто раздавил нахер. А ты-то куда идешь, слышь, маленький ты человек? Охренеть страшно. Ты куда пошел-то? Челюсть не открывай только. Да я тебя сейчас сожру нахер. Нихера у тебя кулачище, блин. А он что, не бьет его? Вау! А, убил! Просто дули, бля, помеж глаз. Просто слопал тебя как надо. Это было неплохо, кстати, ребят. Да. Мне кажется, надо взять какую-то побольше машинку и попробовать с ней. Да-да-да, ребят, давайте еще один заезд. Все, тролль достал, короче, последние косточки из пасти своей. Да, это у нас Гелендваген, друзья. Эй, слышь, ты что такой дерзкий? Я ж только пригнал свой Гелендваген. У нас тролль не разбирается, что за машина у вас, зато он разбирается в хорошей, сочной человечине. Ага, я понял. Так, ну-ка идем сюда. Отвали-ка от меня, тролль, я только тачку себе купил. Господи, а что она такая? На тебе! Ой.
Так, ой-ой-ой-ой, бедный мой Гелендваген. Своим маленьким хвостиком тебе заехал. На тебе минус колесо. Ай-яй-яй-яй-яй, ты как так быстро-то меня оторвал ее? За резину укусил, кусь. За резину точно цапнул, а? Так, иди сюда. Ты вредный тролль, ты понял меня? Там ты вредный, иди сюда. Иди сюда. Да пошел ты, я поехал дальше. У нас был этот перекус. Киткат, ты пусть весь мир подождет. Ты там перекусывал? Ты даже не можешь поймать свою жертву. Так. Так. Ага. Вот и крутись. Вот и крутись на месте. Как балерина. Балерина, ну-ка жрать. Жрать, хочу жрать. На тебе. В смысле? На тебе, ё-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Снёс крышу, охереть! Просто! Но это теперь не Геленваген, это теперь непонятно, что такое. Это желтая банка со шпротами. Но! Охренеть! Вот это хорошо было! Давай, давай, иди ко мне, иди к папочке. Это все, что ты увидишь напоследок. Наверное. Охренеть! Бьё, ай-яй-яй-яй, двигатель остался, на тебе, по морде. Так, блин, чё с троллем? Короче, он на тебя прыгнул. Охренеть, я просто вылетел на её. В смысле, одет? А, вон же. Свалил нахер оттуда. Васян! Эй, отстань от меня, троллина. Круши! Убери бессмертие, я троллю. Нет. Я за тебя с пушечки как наверну. Откуда у тебя пушечка-то? Нашел. О, неплохо. Блин. Ой. Короче, я умер, деталюшками он меня закидал. Вот так вот. Ишь ты, пушку он достал. И задницы, что ли, пронес задницы? Тролль разнес все, смотрите, просто в щепки на арене. О, нифига он скачет. Да. Блин, да он вообще крушить. Похоже, Халка будет. Да, ребятки, вот такой вот тролль у нас сегодня в серии был. В общем-то, пишите свои комментарии. Если вдруг вам понравилась наша арена смерти, то говорите, кого нам сюда вызвать, и он обязательно придет. Да-да-да, ребята, всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки, и до скорых встреч. Пока-пока.